Названы лауреаты конкурса «Новосибирская марка». Это победа для предприятий, своеобразный региональный знак качества товара или услуги. В этом году за нее боролись более 100 компаний. Все они стабильно работают, платят налоги и зарплату. Завод «Электроагрегат», например, становится лауреатом конкурса уже 7-й раз. Держать марку собираются и в будущем. В цехах побывал Михаил Якимов. Лучшие компании в Новосибирске выбирают уже 16 лет. Завод «Электроагрегат» держит марку. В 7-й раз получает почетную награду. На предприятии производят гражданские и военные электростанции. Не столько сложно, сколько ответственно. Главное, ну, отвечаешь за точность размеров, за материал, за инструмент. Это все дорогостоящее, современное. Продукция востребована и в России, и за рубежом. Но для победы в конкурсе «Новосибирская марка» этого мало. Главное – качество. И здесь за ним строгий контроль. Электростанции, произведенные в Новосибирске, могут работать в экстремальных условиях. При температуре от минус 60 до плюс 60. Когда приходит машина на участок, это мы ее начинаем от начала и до конца проверять. И комплектность проверяем, и испытания производим, и настройку, регулировку, и лакокрасочную. Покрытия проверяем. Полностью станция проходит испытания. В основном это электрическая часть и моторная. На сегодняшний день мы, наверное, одни из немногих, у кого есть законтрактован 18-19 год. Поэтому, в принципе, достаточно плотно стоим на ногах, прочно. Экономическая стабильность компании – еще один плюс. Подобные достижения в городе поощряют. Звание «Новосибирская марка» особенно престижно для тех, кто получает его впервые. Мы занимаемся разработками программного обеспечения, соответственно, работаем по всей стране. И для меня было важно признание нашей компании на родине, так скажем, в Новосибирске. Победа в конкурсе помогает предприятиям привлечь новых клиентов. Ну, это действительно знает уже практически во всех регионах России. Потому что наши предприятия, безусловно, гордятся этой маркой. Они везде публично ее афишируют. Это действительно знак, который, может быть, пойдет и дальше в регионах. О престиже новосибирской марки говорят цифры. В этом году заявки на участие в конкурсе подали более 100 компаний. И только 46 получили заветную награду. Михаил Якимов, Евгений Макаров, Олег Мощевитин, «Новосибирские новости». Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!